Ребятки, всем доброе утро. Время почти 3 часа без 2 минут. В общем-то, сегодня я отхожу от вчерашнего дня и ничего практически по дому не делаю. Только укладываю детей спать и кормлю их, и все. Но вот сейчас они поспали свой дневной сон. Я сходила, сделала масочку для волос. Потом Сенька проснулся, мы с ним смонтировали влог. И сейчас проснулся Сёма, и он досматривает малышариков. Мы собираемся выходить на улицу для того, чтобы Сеня нормально поспал. Потому что дневной сон у него, вот, который посередине дня, да, вместе с Сёмой, он у него был где-то час, может быть, даже чуть меньше. Это было очень сложно, потому что первые 20 минут он вроде поспал, потом проснулся, я его опять уложила уже в кроватку, и потом еще постоянно то приходила, то уходила. Ну, короче, не очень у него сон был. И вот сейчас, не знаю, посмотрим, после прогулки должен уснуть. У нас опять сосед за стенкой сверлит, и это, конечно же, напрягает, и я уже сама устала от этого шума. Но ничего, главное, что в часы тишины он не сверлил, что у меня тут мокрое. Вот, и мы отдохнули от этих сверлений. Я от вчерашнего тоже отдыхаю, потому что вчера какой-то реально бешеный день был. И вот сегодня я себя вообще не нагружаю. Вот только сейчас середина дня, да, уже скоро детей на ночь укладывать. Но я только сейчас разобрала посудомойку и загрузила туда грязную посуду. Больше мы ничего сегодня не делали. А, нет, робот-пылесос запускали по 2 раза в каждой комнате. Потому что мне сегодня неохота мыть пол, а так я один раз запускаю, чтобы он просто пыль собрал, а второй раз с тряпкой. Блинов у нас нет. У бабушки попросишь. Ага. Бабушка тебе напечет блинов. Ладно, пойду за часеньку подгузник поменяем. А потом Сёмку заставлять одеваться. Сёма занимается тем, что чистит лавочку от снега. Уже почти всю почистил. Молодец. Нашел себе занятие. Он сейчас знает, что ему нужно магазин. В магазин мы не идем. Я сегодня специально деньги не взяла, чтобы не зайти. Молодец. Здорово у тебя получается. Сегодня, кстати, так тепло. Я вот без варежек сегодня. Даже не замерзла еще. Мы пришли домой. У нас тут сверлят до сих пор, и капец это как действует на голову, когда соседи сверлят. Да, то это одно, а когда как бы в доме сверлят, то вообще ничего. Что такое? Что ты сделал? О, круг. Круг. Я. Молодец. Мы с Сёмой тут лепим из пластилина. Это кто, Сёма? По-по-по-по. Гиппо-по-по-по-по-по. Бабан. Да, и заебалил, да? Сенька проснулся, поспал маму. И, в принципе, ну, нормально проснулся, потому что в 5. Скоро уже на ночной сон. Давай. А мы с Сёмой, как я уже сказала, занимаемся делами. Сенька тут за нами наблюдает. С шезлонгом, он его голова торчит. А я себе сделала чай в термос. Потому что не успеваю я допить кружку чая горячего. А так он хотя бы, ну, подольше горячий. Хотя я люблю больше кипяток просто взять и выпить. Но так у меня, к сожалению, получается редко. Мам! А так я же тебе... Да, я тебе еще другой, да. Да. Круг! Круг! И каком? Каком? Красным. Мы ждем Сережу с работы. Искупались уже. Ну, Сеня искупался. Мам. Мам. Что это? Няня. А, ты уже эту поставил карточку? Да, ты правильно нашел. Ставь. Где они должны быть. Играем вот в эту игру. Собираем людей по карточкам. Сёме что-то она у нас лежала. Сёма, ну так ее открыл 5 секундочек. Поиграл, посмотрел, что там есть. И закрывал. А сейчас что? Он прям к вечеру решил, что хочет играть в нее, да? Сёме нужны очки, да. Поищи-ка, где они. Угу. Правильно, ставь, как у нее. Ну, я думаю, нужно перевернуть. Смотри, у нее как стоят. Ну. И повыше чуть-чуть. Бабулю собираем, да? Ой, короче, мы развлекаемся. Ой, что так близко? Опять камера. Завтра я планирую... Ой, бах!
отдать Сёму и отдыхать вечером. Хотела заняться генеральной уборкой. Падает. Вот, хотела позаниматься генеральной уборкой. Столько мест, просто, в которые нужно залезть и отмыть, но как-то руки не доходят. Но решила, что вечер на это не тратить. А потом мы поедем в домик, поэтому без уборки в эти выходные. Что отдыхать будем? Что это? Мы еще эту не дособирали, еще вот сережки не нашли. Ну давай этого ставь, ищи его шляпу. Короче, пошли мы дальше развлекаться. Я влог не опубликовала на Дзене. Сейчас опубликую, пока тут все не... Дети уложены. Сегодня, конечно же, как обычно, они легли в 9, но вот осенью Сёма. Господи, всех своих мужчин перепутала. Сережа уложил Сеню. Но Сеня просыпается, я вообще с ним лежала. Читала комментарии и спрашивали про брови. Вот сейчас у меня брови мои, но я их подкрашиваю. Почему-то мне казалось, что я вам рассказала, но, видимо, нет. Потому что прочитала комментарии и вспомнила. Я купила себе вот такой вот тинт. Мы с мамой ходили в магазин, и мама сказала такую штучку. Что типа есть, что это намного проще. Он как бы как тушь просто. Тут такой гель сразу и цвет дает небольшой. Просто так проводишь туда-сюда, и все готово как бы. А я люблю, когда просто. Ну, плюс я сделала тогда первый раз, когда брови, мне это не очень зашло. И пока что я не рискую еще раз идти. Так, в принципе... Сначала было очень непривычно, а потом вроде привыкла, ну и вроде как неплохо. Поэтому пока буду ходить так. Ну, конечно же, не каждый раз крашусь, но периодически подкрашиваю по настроению, короче говоря. Сейчас я попытаюсь попить кофе с круассанчиком. Сереж принес круассаны. И лечь спать. Ой, блин. Представляете, чуть опять не забыла про белье в стирке. Только что стирка закончила стираться. Только что мы под осём укладывала еще. Вот, я бы сейчас ушла, просто бы забыла про нее, но нет. Сейчас я все развешу, думаю, пока чайник кипит. И пойду спать. Ну, а мы с вами увидимся завтра. Всех люблю, целую, всем пока-пока.